Привет, друзья, с вами Грузин, и сегодня, именно сейчас, вы станете свидетелем моей реакции на трек, который вы оставляли в комментариях ранее. T-Fest «Одно я знал» / «Выдох». Видимо, ну не определился с названием, чувак. T-Fest, кстати, я вроде слышал, ну этого именно челика, но про этот трек я не знал. Я вот сейчас нашел его на Ютубе, и я аж охренел. 6 миллионов просмотров для русского контента – это довольно-таки неплохо. Учитывая, что он некоммерческий, как бы, да, продукт такой, так сказать. Ну, то есть я… Ну, я так думаю, наверное. Ладно, я херню сморозил. Смотрим. Шел дождь, мы под водой, шоковые капли на руке. Я навстречу ветру так промок, я не знаю, где мы есть. Блин, вот это мне нравится. О, братишка, у тебя очки и ничего такие. Ну давай, делай грязь. Я бы улыбнулся, но нету ведь повода. Я пью вино, смотрю на тучи, мне холодно. Нравится такое вот. Звонит телефон, но я не знаю номера. Сейчас биты, и он хоп начинает. Мне тупо наплевать, я не верю ни капли вам. Они так хотят, чтобы сделал хоть что-то я. Они так хотят быть поближе ко мне всегда. Суки наблюдают. Чуть подниму с голос. Но я не верю. Давай. Ведь они хотят мое имя. Круто. Вот это я понимаю уровень. Пусть и не правит миром. Блин, грамотно сейчас сказал. Такой какой-то бродяжный немного, но... Мне вообще нравится, блин. Красава парень. Кстати, я перепутал его, это не то, о ком я думал. Все-таки русская земля имеет таланты. Просто сейчас каждый второй рэпер. Но все равно те, кто делают годное, они всегда прорываются. Сейчас чихну, сори. Бля, сори, ребят. Ну я не верю в эту чушь, и ты прости, так вышло. Я один, у нас таких тут. Ну реально красавчик, парень. Не знаю, с какого он города, но это и не важно. Сейчас его во всех, я думаю, городах качают. Видите, пошло слоу, понижение пошло. Снято, это хорошо снято. Видите, видите, слоу пошел. Я всегда получаю то, что я хочу. Без исключения. Всему свое время и место. Да, знаю, что это может пойти не так, но все будет нормально. Круто вот здесь придумал вот эту фишечку. И давай. Видите, видите? Полностью инструментал сменился. О чем я говорил? Блин, красава, парень. Круто, когда исполнитель разносторонний в плане. Видите, вот он до этого читал, сейчас он чуть-чуть так
припеваючи. И это охеренно, что он умеет так. Конечно же, обработка голоса не исключена, но, опять же, это звучит охеренно. Охеренно круто. Парень реально красавчик. Вот за это Лойс. Вот прямо сейчас ставлю ему на канале. 73к у него лойсов и всего 3к дизлайков. Ну, это хейтеры. Это нельзя исключать. Парень T-Fest, красавчик. Для русского рэпа. Вообще, типа, не знаю. Я как бы, не надо меня хейтить, но в русском мало такого прям, ну, годного. Но вот этот чувак хорошо сделал и планку поднял хорошо так. Именно вот для такого стиля и исполнения подобного он хорошо задрал планку. И пожелаем ему удачи. Мы всем желаем удачи, но тебе особенно, братишка. Надеюсь, у тебя еще будут работы, и мы их увидим. Погнали. Ну, то есть, спасибо за просмотр. Если вы досмотрели и не уснули где-то на первых секундах при виде моей нерусской рожи. Ладно, мы же не важно, кто есть кто. Главное, будьте человеком. А мы все люди, ведь с вами... Ведь с нами мир. Короче, я уже устал, ребят. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, оставляйте свои деньги, ключи, блядь, все оставляйте. Ладно, все, спасибо за просмотр. Лайки, комментарии и хорошее настроение. До свидания.